Минус 15 на термометре не помешали открытию спортивной площадки во Фрунзенском районе около детско-юношеского центра «Чайка». Сотня юных спортсменов и их старших товарищей собрались на торжество. Пока взрослые произносили парадные речи, детворе не терпелось опробовать коньками свежий лед. Старшее поколение посоветовало жителям района бережно относиться к новой площадке. А в понедельник намечено открыть еще один ледовый корт на проспекте Калинина. За короткий срок, за 2 месяца была построена эта площадка. Причем площадка серьезная, хорошие бортики, сделана капитальная основа, бетонные плиты. Думаю, что эта площадка на много-много лет. Построена за счет средств городского бюджета. 1 миллион 860 тысяч рублей мы потратили на эту площадку. Ну, думаю, что детям понравится, и здесь будут расти новые поколения хоккеистов и просто здоровых детей. Занимается у нас на сегодняшний день 675 человек. Естественно, что не все из них хоккеисты, вот, а команда есть, то есть это 15 человек, для них это, да и не только для них, это прекрасный подарок.